С 10 мая начался долгожданный ремонт дорожного покрытия на въезде в город. Работы ведутся от знака Сланцы до двух мостов. Ну, сейчас мы находимся на Сланцевском Кингисеппском шоссе. Здесь происходит то, что должно давно было произойти. Эта дорога, это, я скажу честно, позор был нашего города. И поэтому нами было принято решение этот ремонт произвести. Скажу честно, проект очень дорогой. Значит, протяженность этого ремонта 4,7 километров, около 5 километров. Стоимость 45 миллионов рублей. Здесь основные деньги, это деньги местного бюджета. Третья часть, 17 миллионов, нам помогает область финансирования этого проекта. Но мы решили не откладывать его и не разбивать на какие-то поэтапные, а сделать ремонт всего этого участка дорог. Ремонт осуществляет петербургская компания «Гермес», ранее уже выполнявшая некоторые работы в районе. Толщина основного слоя асфальта 5 сантиметров и выравнивающего 4 сантиметра. Гарантийный срок эксплуатации нового асфальтового покрытия по условиям контракта – 4 года. Работы будут завершены в течение ближайших 2-3 недель. Также по проекту подрядная организация выполнит так называемое обустройство обочин, то есть они будут очищены и укреплены специальным материалом. Все остальные дороги городские, конечно, будут сделан текущий ремонт. В планах у нас по этому году было еще, конечно, требует Садовое ремонта, Комсомольское шоссе. Но пока ограничимся текущим ремонтом, тот, который сейчас происходит. Вот в ближайшие, наверное, недели две такой ремонт сделаем. В случае необходимости текущий ремонт мы повторим по мере разбивания дорог ближе к осени. Текущий – это поямочный? Это текущий, это тот поямочный, чтобы устранить все недостатки. Кроме этого, мы договорились и поставили условия всем собственникам железных переездов, чтобы, пользуясь случаем, что здесь такие работы ведутся, чтобы все переезды на протяжении этой дороги также были отремонтированы и не создавали никаких неприятностей для проезда автотранспорта по этой дороге.